13 августа, 17 год, Харьков, 16.07 по Киеву. Креативненько. Очень даже. Ничего похожего я в Харькове не видел. Посмотри, даже в воскресенье работа. Там героев труда. Алиса в Зазеркалье. Или не тратьтесь на дорогое зеркало. Самое дешевое прослужит вам дольше, чем ваше же отражение в нем. Не помой, да? Стекла в солнечный день, да? Впечатление зеркал создаю. Вон я себя вижу. Недостаточно отчетливо. Все-таки, наверное. Затененные зеркала. Чудо, застененные стекла. Да, ну необычно. Какие у нас тут цветочки. Переоборудование. Вообще сейчас по Харькову куда ни кинься, что-то либо строят, либо перестраивают. Не, да знатно смотрится, знатно. А всего-то вместо горизонтально-вертикально поставить стекла, взяли, поставили их под наклоном. И какой эффект.